Почему простому человеку подвластна магия времени? Да кто ты так... Мерзавец! Как ты смеешь так поступать с той, что овладела всеми чарами мира? Закрой свой поганый рот. Истоки тьмы! Что? Заблокировал? Да кто ты такой, гад? Что? Погодите, у него бесконечные навыки? Защитные чары тут не помогут. Рис, вы живы? Да. А что случилось? На мне не царапинки. Думаю, это благодаря чарам Флио. Правда. Дорогой? Ох, дорогой, только посмотри, как он жесток, ради меня. А ведь физический урон вряд ли действует на Джина, владеющего всей магией. Не буду я тебя убивать. Я изначально не хотел драки. Я просто не убиваю тех, кто сдался. Вот и все. Ради меня он... Нет уж, ты ранила мою Рис.